вообще. Это же надо. Такую штуку направляют в океан с двумя торпедами. Беспилотник. А когда же они их начали делать? А? В 67-м году. И начиная с 65-го года у них вот такие штуки были. Мы уже смотрели гибры. Да. Вот, управляют ими тут. С корабля. Где? А мы там были везде, Костян. Да, но не в Flight Zone. Почему? Не знаю. Были, мы ходили до конца прямо. Это самолетик какой-то. Самолет. Это чтобы это. Тренируется. Да, точно. Здесь. Только кто туда может залезть? Или путик только. Но это настоящий. Видно, с моим ростом, Костенька, я не помещусь в самолеты в эти. Пилотом. Да, моща еще та. Да, уже это снимали. Ага. Батюшка. Песенка, выключай. Водичку. Все для детей. Все для них. Для них. Одной рукой тяжело. Это надо держать. Ладно. Вот так. Да, разучился я рисовать. А вот это русский спутник. Спутник One, правильно. Soviet Union. October 4, 1957. Я бы не хотел, чтобы даже Кристинка ела эти конфеты. Ну, иногда можно попробовать дома. Они показывают, как они там делают. Нам еще нужно обойти два музея в
Кристинкой. В Фэйрфилде один. Там как раз для детей Jelly Bean Factory. Ну что, Костик, будешь картины смотреть? Ну давай. Хорошо, Миш, потом позвоним тебе с машины. Кристинка, тут только башни эти вот. Фотографии, где, да. Где диспетчер сидит и говорит летчикам, на какую линию им садиться, чтобы не было аварии. Смотри, какая большая башня с домом, что даже облака заходят сюда на балкончик. Наверное, это где-то в горах, потому что так не может же быть. Или они пустили дым. Или, может быть, вот это было долго-долго. Demolition. Ой, это как оно было до того, потом оно так стало. Да, вот они краном тут ломают что-то. Разбивают его. Зачем? Чтобы новое построить. Да. Ты же видишь, как в Америке все меняется. Если ты год где-то не побыл в каком-то районе, приезжаешь, то ты уже не узнаешь его. Там все новое. Да. Ты же не была еще в вертолете, а так ты скажешь, я была в вертолете. Спинат, мэн. Спинат. Ну да. В следующий раз будем знать, что летом сюда лучше не приезжать. Да. Ой. Да, духота. Да, я сниму кабину. Какая она. Оба. Нет, Кристина, знаешь, они все-таки плохо за ними смотрят. Не вытирают, пыль везде, грязь, краска облупленная. Так что не только солнце виновато. Смотри. Да. Теперь пойдем внутрь. Пойдем. Бомбочки посмотрим, Кристина. Ну вот тоже приспособление как раз крючочками. Сбрасывает это все. Да. Какие лопасти у него широкие, Кристин. Это, наверное, потому что он бомбовоз. Кристина, смотри, какой миниган. Кто там, Миша? Это мама. А, Миша. Мишутка, привет. Привет, я спал. Ничего. Да, это миниган. Он так крутится красиво. Да. И лупит такой мощный. Это кошмар. Потому что диаметр пули такой. Еще разрывные, конечно. Кристиночка, привет. 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 Как у тебя дела? Нормально. Хорошо, у меня тоже. Миша, в каком ты сейчас штате там едешь? Миссури. Груз дали? Еще ждете? Ага, вы сегодня утром отвезли. А в Канзас-Сити что ты делал? А? Что? Что ты делал в Канзас-Сити? Ящиков. Ты сказал, это были много-много. Да. Это здесь почту возят нашу. Они, видишь, ходят по этим штучкам, по колесикам.
Там специальные ящики такие, алюминиевые. У них есть свой туалет. Сюда нельзя. Это пилот, где сидит. Да. Ну, вау. Да. А там действующий аэропорт, там новый самолет, работающий. Наверное, я так думаю.